Господа, это какой-то трэш. Я, значит, красилась в ванной, потом я выхожу и вижу вот это. Но это я увидела первым делом, а потом я повернулась. У меня пару вопросиков. Это что вообще такое? Ну, я, в принципе, знала, кто все это учинил. Ну, так, подозревала, дамы и господа. Но потом я разворачиваюсь. Ага. То есть ты с ними в сговоре, да? Зачем? Это просто из-за змеи, вот я извинился. Ты извинился так за змею, да? Да. А ты зачем с ним в сговоре? Это все Никита. Сидит тут, лыбится. Это все Никита. Вообще это он. Угу, я с тобой потом поговорю. Вообще это неадекватно, понимаешь? Можно одно, что нельзя, говорить? Это моё... Вообще, ну зачем так много? Жека! Жека! Стой! Подписывайтесь, ставьте лайки. Кто хочет распаковку киндеров? Диабет вошел в чат, так сказать. Никита, ну вы сговорили, что ли? Сурожи чел, плиз, не забудь поставить лайк. Слушайте, ну можно еще пару видео